все рука на мои руках. Вот это Всевышний делает. И они, и вышли все это хором. Поэтому это, которое сейчас, это время, мы с ним сейчас, на это время. И Всевышний нам дает это дождь и снег. Потому что на этом мир, и это обои тоже это надо, на этой земле. Вот говорит, это зеленые, что это пропали зимой, тот чуть-чуть этот дождь будет, и все это цветет. Потому что сверху, который идет, все это для блага человека. Поэтому сейчас, вот это во время дождь, только надо побольше, надо молитва, чтобы Всевышний, который болезнь идет, не дай Бог, все это провожался назад. Акцент генез города тем рахуним ва кадим ва алеви. Борда дунали улом он бил момеша. Еще надо чтение. На чуть-чуть же надо чем отсекать. Один шайм. Где поминка? Брежахим звонил, чем болти эти микрошамин. Омарли обгулинен дивар, и ты воем, и ты будешь вопрочем, и ты шамба.
называет народом книги, народ Божий. И сегодня мы видим, как отдаются почести у собственного человека, который посвятил себя написанию книг. Человеку, который отдал этому жизнь. Рядом с ним была его верная спутница Лариса. Мы все знаем ее, община знает ее как очень активного нашего члена. Выражая дань уважения и поддержки, приехала дочка Эстер. Хочется выразить искренние слова соболезнования близким и родным. Я хочу передать слово для продолжения ведения нашего поминального вечера Борису Рахимовичу Бабаеву. Пожалуйста. Спасибо. Дорогие друзья, это был Аркадий Анатольевич Сахаров, руководитель еврейской общины Ташкент. Действительно, мы потеряли достойнейшего человека, достойнейшего. Столько он сделал хорошего для Узбекистана, для нашего города. Это был человек, которым нужно гордиться. Я однажды пришел в Академию наук по делам журналистским к президенту, Шавкат Саликов был тогда. Мне нужно было с ним договориться об одном материале. Он мне говорит, надо все согласовывать с нашим другом, которого мы сегодня вспоминаем. Я говорю, а что такое? Он говорит, теперь у нас консультант. Ничего, говорит, не может выйти у нас в прессе без его визы. Даже уже выйдя на пенсию, работая в Академии наук, Асан Анатольевич, достойно. И видеть здесь сегодня вот столько таких замечательных людей, которые продолжают его дело, я бы так сказал, которые являются друзьями, коллегами Ларисы и Суповой. Это говорит о многом. Это просто здорово. Спасибо всем, кто пришел. Потому что в такие дни поддержка семье, детям очень много значит. И сейчас я хотел бы представить первое слово. Вот как Лариса мне написала, Рифат Гумеров. Давай, держу. Это, кстати, ты зачем так далеко пошел? Ну? Во-первых, я хочу выразить мои самые искренние соболезнования Ларисе Юсуповой. Я помню, сегодня 22 января, вот мы на поминках, а у меня в этот день родился сын. В 1987 году мы, молодые поэты, из Союза писателей шли вместе с Ларисой, я тогда жил около гостиницы «Россия», она в районе госпитального района. И мы, нам было по пути, я ее провожал. Когда я пришел домой, мне сказали, у тебя сын родился. Представляете, как жизнь разная. Здесь и поминки, здесь и день рождения. Недаром все наши мероприятия началось с молитвы Всевышнему. Есть три авраамические веры, самые основные на земле. Это иудаизм, христианство и мусульманство. Но и христианство, и мусульманство вышли из иудаизма. Это первая религия, которая есть один Бог и один пророк Авраам. Поэтому в этот день я хочу, и по поводу ее дочери, я помню,
ее еще тогда, когда Лариса в положении была, потом, когда она родилась, когда она была маленькой. Я не говорю уже о том, что тот журнал «Звезда Востока», вот здесь Клавдия Ивановна Панченко находится, сотрудница этого журнала. Этому журналу Анатолий Андреевич отдал всю свою жизнь, он работал в этом журнале. И все писатели Узбекистана, Ташкента связаны с этим журналом. Поэтому здесь все мы как родственники. Поэтому в этот день я хочу еще раз выразить мое глубокое соболезнование и сказать, что мы пришли для того, чтобы в этот тяжелый день поддержать вас. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Сегодня с вами здесь писатель Александр Свистунов, человек, который неравнодушный человек. И он очень хорошо относится к Ларисе, к ее творчеству. Ну ладно. Когда читал тут «Звезду Востока», что на лучше пользовалось. Может, отчасти и от этого я стал писателем фантастом. Самое интересное, что буквально почти немножко, чуть больше, почти год назад у нас было одновременно очень высокие требования. Ему 90, пусть вот да, поэт, а все остальное. В один день, в одном своем писателе мы это дело отвечаем. И мы думали, что доживем до следующей годовщины. Ему будет 100, а мне 70. Ну, к сожалению, не получилось. Но теперь наша задача дожить до него. Спасибо вам. Спасибо большое. И сделать все, что он еще. Да, конечно. Сергей Горлин, наш друг, хороший журналист, он поэт. Он тоже будет продавить гость. А можешь прямо там? На месте. Для меня это очень важный момент, по-настоящему важный. Я впервые в своей жизни присутствовал при обряде. Мы с Ипатом говорили. На наших глазах вершился разговор с Богом. Душу уважаемого человека провожали туда. И священными словами рассказывали о нем. Мы потеряли, вот, хотя вроде бы и не знаком, а вдруг потеряли человека, который достоин. Знаете, вот есть люди, которые всех нас делают лучше, которые, ну, как краеугольный камень. Вот, он есть, значит, нельзя писать плохо. Он есть, значит, нужно жить по совести. Это такая редчайшая порода людей, которые правильно. Вот их сам Бог создал такие, и они очень и очень нужны, как пример для молодого. Потому что освобождается это место, и важно, чтобы память о нем, чтобы мы все присутствующие, кто знает, не только поддерживали очаровательную вдову уже, но и всеми силами старались передать вот те заповеди, которые зримо или незримо он дал. Быть, как мне, я уверен в этом, быть достойным, быть в совести, писать хорошо, служить своему делу. Он представитель народа книг. А книга, как я часто повторяю, это всегда элемент совести, нравственности. Дай Бог нам не потерять. Пусть он, находясь там, на небесах, смотрит и будет спокойно, что мы не потеряем всего того, что он здесь оставил. Зная о том, что такой человек был среди нас, мы не опустим эту планку. Мы будем достойны памяти. Как сумеем, будем так и жить. Спасибо большое всем, кто пришел. Спасибо вам, что вы дали приобщиться к этому волшебному, древнейшему обряду, в котором целые века, тысячелетия, которые мое сердце заставили так дрожать, что я даже не могу вам сказать. Я
благодарю вас и желаю тоже доброго пути в душе замечательного человека, замечательного писателя. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Здесь из мужчин, значит, у нас Артекизян, Восток, и человек, который много знает, который, ну, есть что сказать, ему представляется. Ну, а потом женщина. Ну что ж, такое скорбное событие, неожиданное для всех нас, потому что только недавно вот мы отметили 90 лет журнала «Звезда», где уважаемый Анатолий Андреевич был также неоднократно упомянут и даже, так сказать, награжден был. К сожалению, он не смог сам лично присутствовать, но мы очень были рады тому, что сопричастны вот к деятельности этого человека, который, имя которого очень тесно связано с нашим журналом «Звезда Востока» и вообще вот с большим таким хорошим прошлым узбекской литературы, поскольку он написал достаточно много произведений в жанре фантастики, приключений, научно-популярной литературы. Вот, и, конечно, для меня лично это серьезная такая утрата, поскольку я лично знал его последние 20 лет лично, хотя больше, конечно, не в тесном контакте, но по работе, поскольку он являлся еще журналистом известным, очень много активно работал в этой сфере, и часто мы пересекались, конечно, в этом качестве с ним. И могу сказать, что высочайшая, так сказать, требовательность к себе его отличала. Невероятная такая вот компетентность в тех вопросах, о которых он писал, о которых он думал. И высочайшая человеческая порядочность. На мой взгляд, это одни из главных качеств. Ну и, конечно, должен сказать, что в моей творческой, конечно, жизни он сыграл определенную роль, поскольку был такой период, что именно он меня одно время подвиг к тому, чтобы я стал публиковаться здесь, в Узбекистане, именно как поэт. Он меня поддержал как автора. И вот с его легкой руки как бы я продолжаю эту деятельность. Конечно, хочется выразить соболезнования всем родным и близким, всем его более близким друзьям, чем вот мы. Но для нас это будет тяжелая утрата, конечно. Личная память.